Совещание по вопросам оказания помощи прибывшим в Нижегородскую область переселенцам из Донбасса прошло в архиерейской резиденции. Епархия постарается оказать содействие в решении первостепенных проблем, предоставить средства гигиены, продукты питания, одежду и помочь в решении других вопросов. На каждом пункте размещения закреплен священнослужитель, который будет заниматься окормлением прибывших. Каждый из клириков будет оказывать посильную поддержку, совершать богослужения, молитвы и проводить духовные беседы. Сейчас люди размещены в местах временного пребывания в 7 районах Нижегородского региона, в том числе и в областном центре. Переселенцы могут посещать богослужения в храмах и совершать паломнические поездки по святым местам Нижегородской области. Привлечены, уже привлекаются социальные работники Нижегородской епархии, волонтеры. Собственно говоря, хотим, чтобы эти люди, которые прибыли с войны, получили здесь и кровь, и утешение, и поддержку, и какую-то радость о том, что они, и надежду, что они не брошены, они им дороги и очень близки.